этого Бруно, скажите мне правду. Где он? Мадемуазель Ренуар, успокойтесь. Что? Ренуар? Вы сравнили добродетельную Сюзанну Брессард с вавилонской блудницей? Мадемуазель Ренуар, блудница? Да, интриганка и много кто еще. О, я всех выведу на чистую воду, расскажу обо всех. Ради светлой памяти великого человека. Может быть, вам капать что-нибудь из запасов, мадемуазель? Я не пьяница. Что? Я пьяница? Сречка! Сбережала! Цыковая крыса! Очкарик! Сухарь-шляпник! Убийца! Ну, мадемуазель Брессард, с патроном вы были в отношениях... Чудесно! Великолепных! Он джентльмен вплоть до отпечатков пальцев! Где его бренные останки? Об этом позже. Где вы были ровно 18:30? Совершала променад. По совету доктора домой я пошла пешком. Для нервов. И все зря. С кем вы говорили по дороге? Я ни с кем не разговаривала. Жаль. Для Альби он оказался... Хамом! Были ли у мэтра наши враги? Ничтожесть, тьма! Все завидовали силе его личности, потому что мэтр Роше всегда дуракам говорил в лицо. Он мне на день рождения подарил коробку конфет. Я вам ее покажу. Не стоит. Кто ненавидит мэтра Роше, чтобы... Совесть велит мне молчать, но указующий перст... Что вы себе позволяете? Вы никогда не любили своего мужа. Ведь вы его любили за двоих. Да, то есть нет, но полноценная семья мэтра Роше была разбита. Мадам Роше имеет любовника. Гонг, гонг! Мадам Роше, кстати, реагирует. Гнусная клевета. Что за источник? Главная мадемуазель Брессард, по уши Ольгана у моего мужа. Это у нас было поводом для шуток. Что касается конфет, это засохшая коробка от родственницы из провинции. Она скупа до неприличия. Гонг, гонг, второй раунд, за кого ты смеет? Мадемуазель Брессард, назовите имя любовника мадам Роше. Совесть велит не молчать на указывающий перст. Это предположение или уверенность? Поклянусь на Библии, даже в день страшного суда. Каждый от меня получит. Абсолютно каждый. Прекратите меня так, пьяница. Я не боюсь. У вас голова не в порядке. В прошлом месяце патрон увеличил ей квартплату, а жалование увеличить отказался. Повторите, как вы ему угрожали. Я просто ему сказала, как бы мне хотелось, чтобы вас подкараулили в темном переулке и проломили голову булыжником. Где вы были 18:35? Разве это угроза? Здесь. С кем? С убитым. Падшая женщина, вот ты себя и выдала. Ага, ага. Я зарезала своего патрона, затем сама позвонила в полицию, потом сама же бухнулась в обморок. Все для того, чтобы немножечко... С таким встречались, когда первым свидетелем проходил убийца Рили, как ты можешь, друг детский?